есть произведения, которые не знают границ, ни временных, ни географических. Их читали и любили во всем мире, и в эпоху их публикации, и много лет спустя. Популярны они и сейчас. Сегодня мы расскажем вам о книге Леонардо Юлиановича Пирагиса «Красавчик». Это произведение, написанное для подростков, отличается блестящим литературным языком, интересной сюжетной интригой и тонкой психологической проработкой характера. Настоящая повесть рассказывает о судьбе двух бездомных мальчишек – Митьки и Мишки. Они обитают в притоне злобной горбатой старухи, вечно грязной и полупьяной. За глаза дети называют старуху крысой. Крыса промышляла скупкой краденого и нищенством. Для этого у нее было около дюжины ребятишек, мальчиков и девочек. Ребятишки с утра выгонялись на улицу и к вечеру должны были сдать старухе определенную сумму. Мишка по прозвищу Красавчик был попрошайкой, а Митька промышлял воровством и заслужил кличку Шмонала. Из-за Митьки друзья попали в тюрьму для малолетних. Они сбегают и начинают бродяжничать. Жизнь постоянно испытывает их на стойкость и честность. Выжить им помогают взаимовыручка и настоящая крепкая дружба. Неожиданное происшествие коренным образом меняет судьбу юных героев. Впервые повесть вышла в свет в 1914 году и была очень тепло принята читающей публикой. Сегодня у современных читателей снова есть возможность познакомиться с этим талантливым автором.